Чиновничья ошибка. Начальник областного управления энергетики ЖКХ Ирлан Утешев в нетрезвом состоянии стал инициатором крупного ДТП. Сотрудник Акимата выехал на встречную полосу и столкнулся с 4 авто. В результате аварии, которая случилась в ночь с пятницы на субботу, пострадали 4 человека. Всех их с травмами доставили в областной медицинский центр. Как передает информационное агентство «Кастак», женщина, которая находилась в легковушке от полученных травм, скончалась в реанимации. А вот чиновнику с места ДТП удалось скрыться. К слову, меньше всех пострадал сам Утешев. У него лишь сотрясение мозга. ВИП-больного на следующий день после аварии посетили заместитель акима города и сотрудники акимата. Успешный чиновник или злостный нарушитель правил дорожного движения? Кто он, Ирлан Утешев? Зачем должностное лицо покинуло место ДТП? И какое наказание ждет госслужащего? Намерены ли простить сотрудника акимата родные умершей женщины? На все эти вопросы пыталась найти ответ Аида Ибраева. Жителям нашей области Ирлан Утешев знаком давно. В 2006-2007 годах он работал в аппарате акима Караганды, в том числе начальником отдела анализа и координации вопросов жизнеобеспечения города. Потом его перевели в аппарат акима Карагандинской области на должность сначала заведующего заместителем, организационно-инспекторским отделом, а потом заведующего. С февраля 2009 по 2011 год он был градоначальником Шахтинска. После того, как прежнее руководство разморозило Приозерск, его назначили акимом этого города. А с ноября 2012 года Ирлан Утешев является начальником областного управления энергетики и коммунального хозяйства. Тем временем в ДВД области возбудили уголовное дело в отношении начальника областного управления энергетики и ЖКХ Ирлана Утешева, совершившего ДТП со смертельным исходом. Дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть». В результате ДТП пассажир автомашины «Тойота», женщина 53 лет, с различными травмами, госпитализирована была в областной медицинский центр, которая скончалась. Возбуждено уголовное дело, назначено ряд экспертиз, проводится расследование. Видеозапись с камеры центра оперативного управления, органам дознания изъяты и приобщены материалам уголовного дела. Сейчас виновник ДТП находится в больнице, так как получил множественные травмы. Палаты ВИП-больного охраняют неизвестные люди. По информации наших источников, это его родственники. Пройти к Утешеву практически невозможно. Между тем, родные умершие Лизат Ташенова считают, что главный виновник ДТП может уйти от ответственности. Напомним, что Ирлан Утешев занимает должность начальника областного управления энергетики и ЖКХ. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский.